Вот, смотрите, какое место классное. Смотрите, какая прелесть. Какая птица. И все это вот под сводами вот таких вот елей, сосен. В общем, Инстаграм на такое местечко, где можно прийти пофотографироваться. Вот посмотрите, друзья, вот если честно, купаться вот в этом нет абсолютно никакого желания. О, друзья, посмотрите. Вот так выглядит песчаный пляж Декапо. Очень-очень-очень грязно. Посмотрите, что это. Снимаю вам красоту. Посмотрите, какая вода красивая. Всем привет, друзья. Всем привет. Доброе утро. Сегодня у нас вот такая вот шикарная погода на море. Пришли на пляж. Погода шикарная. Море тоже. Смотрите, сегодня прям чистенькое. Правда, вчера мы там на нем не были с утра, потому что мы вчера ездили на экскурсию в Гимре. Мира Кекова посещали храм Святого Николая. Чудотворца. Очень нам понравилось. Вот. Ну, как бы, что, отпуск наш подходит к концу. Можно подводить кое-какие уже итоги, да? Вот. Что можно сказать? Что можно сказать? Отдых, в принципе, удался. В принципе, да? Но нам еще тут сегодня день, завтра день. Вот. В принципе, хорошо. Все. Несмотря на все новости негативные. Поэтому как-то... Но как-то все равно получилось не только, наверное, 2 дня назад стали. Ну да, мы начали отходить от этого новостного фона, переключаться от всех. От тех проблем, да, переходить на отдых немножко, забывать. Да. А тут приходится уже уезжать. Тут уже как бы уезжать, да, сегодня надо что-то будет, какие-то сувенирчики прикупить и так далее. Вот. Ну что, пойдем занырнем в воду. Маленечко. Смотрите, сегодня какие горы. Вообще красота. Вчера и даже сегодня, если вы видите, они на горизонте прям видны. Такое очень редко бывает на самом деле. Но сегодня и вчера вот эти вот все самые дальние горы прям так на ладони. Небо сегодня прям такое прозрачное. Ну, вода, конечно, будет прохладная. Мы это еще вчера заметили. Кстати, вчера вечером было вообще прям... Прохладно-прохладно. Ну что? Холодно тебе? Вообще в этом году в Кемере как-то прохладно. Вчера вечером температура воздуха была всего лишь 20 градусов. Я бы сказала, уже ближе к ночи. Ну, в 11 часов вечера, да, было где-то... Ух ты, водичка прям... А? Бодрящая, да. Да, конечно. Зато сегодня ни одного облачка. Это прям здорово. Давайте посмотрим на море. О-о-о-о! Класс. Конечно, класс. Так, ну надо окунуться. Надо окунуться. Мы, кстати, прям очень рады, что сегодня мы прям с утра на море пришли, потому что 2 дня мы с утра не приходили, то мы ездили в Анталию гулять. Вчера вот в Гимре мы в 8 часов уехали. Наконец-то, да? Батарист, конечно. Классно. Вот. Что хотели бы еще отдельно по поводу нашего отеля сказать? Ой. Отель у нас Анита Кемер. Ночь. Находится прям по улице Лиман. Совсем прям близко к пляжу. Ну, метров 500, наверное. Это... Но она, как бы, получается, Лиман и другая улица. Да, ну, там окна выходят на ту сторону и на сторону Лимана. Лиман улицы. Вот. Ну, отель, скажем так, сразу, ну, на любителя. Я бы назвал его, если честно, отель для съемок. Потому что сколько мы находимся... В каждом отеле такая фишка. Слушай, в Ланкоре, когда мы отдыхали в предыдущий раз, в Аслан-Сити мы отдыхали в предыдущий раз, такого не было. В Аслан-Сити там не было никакой анимации, никакого... Иди сюда, пожалуйста. Лишь где-то там за спиной. Не, никакой анимации в Аслан-Сити не было. Мы там на ужин и не ходили. А здесь что, анимация там... есть? Ты про что вообще говоришь? Открытый двор.
тут заходи, кто хочет, наверное. Нет, неправда. Они сидят там на входе, он сидит и смотрит, кто заходит. Ты что тогда говоришь? Нет, просто мы смотрим, а одинокие девушки или там пара девушек, например, там приезжает. И там вот турки есть у нас, группа, их там штук, человек 5, наверное, да? Они ко всем просто лезут. То цветочки срывают, с клумб приносят, то еще что-то. Ну, видно, что они их там отшивают, прям нет-нет-нет там и так далее. Ну, в общем, просто, чтобы вы имели в виду, то есть такое, одинокие девушки, если будут отдыхать или парами, готовьтесь, что здесь как бы вас особым вниманием будут опекать. По еде очень вкусный, очень достойный отель по еде. А в плане уборки полный ноль. У нас вот постельное поменяли только вчера на шестой день. И то, получается. И то поменяли только постельное и только полотенца банные. Для рук полотенца не поменяли. Для ног, как оно висело на этом самом, на кабинке, так оно и висит, никто его даже не тронул. В каком виде, даже не свернули. Как волосы, пучок волос лежал, так он и лежит. Поэтому, если вы не предвзятельны в этом плане, в плане уборки, в общем-то, отель так-то неплохой. Ну, единственная анимация, конечно, дохлая. Вчера играла какая-то заунывная музыка. Как-то сложно сказать, что это анимация. Ну да, не анимация, а музыкальное сопровождение какое-то. Одна и та же такая-то музыка. Не заводная, а был один вечер, когда там наши девочки, видимо, с этими, с диджеями там, с кем-то, то ли договорились, то ли что, да. И играла наша такая заводная музычка, такая дискотечная. Ну, прикольно. Вот было весело, даже настроение поднялось как-то. Хотелось даже немножко выйти, тоже там ворваться. Но это был один единственный вечер, и все, в принципе. Можно устроить сами. Вот диджея попросить, включить музыку. Ну, мы не знаем, мы не просили. Ну, вообще, я так хочу. Ну, в общем, вот так вот. Что у нас остается еще? Нам нужно будет сегодня, хотим сходить на песчаный пляж туда, вот Moonlight, посмотреть, что там как. Поэтому сейчас чуть-чуть еще покупаемся, позагораем и, может быть, в обед туда сгоняем. Ну и плюс в обед нам нужно будет сходить что-нибудь купить. Еще мы пойдем в магазинчик, сходим в Carifire. Migros я снимал, цены там все актуальные есть. Еще хотим Carifire показать, сравнить там цены. Ну и так, чтобы тоже имели представление, что почем в Турции. Вот, поэтому не переключайтесь, будет еще много чего интересного. Посмотрим немножко шопинг, покажем. Ну вот как-то вот так вот. Мы на этом пляже, сейчас пойдем прогуляемся на песчаный пляж Декапо, посмотрим его днем, может быть, тоже там покупаемся на песочке. Ну а здесь уже как бы время к обеду, где-то 12 час, уже людей не так много. Вот он, друзья, смотрите, Moonlight, вывеска вот такая. До этого можно было с той стороны пройти, но сейчас там пляж какого-то отеля, поэтому мы пойдем вот здесь. Друзья, смотрите. Thank you.
замечательным видом. Ну, в принципе, когда мы были ночью, здесь вообще прям вода подходила прям сюда. Сейчас маленечко отлив, я так понимаю, можно... Камни больше стало. Нет, они здесь, скорее всего, чуть-чуть проходишь, а дальше должно быть нормально. Смотрите, какие здесь стоят яхточки. Нифига себе. Вот это вообще роскошная прям. Какая-то необычная. Ну вот здесь вот, друзья, грязно. Смотрите, вот, видите? Вот эта вот грязь плавает. Если на той стороне, то такого нету. Здесь вот даже вот можем видеть с вами. Немножко грязноватый берег. Не знаю, с чем это связано. Пойдемте прогуляемся чуть дальше. Может быть, там будет получше. Да. Но эта грязь как бы здесь вот, там дальше вроде как бы нету. Идешь? Ну вот здесь уже, так я понимаю, лежаки это какого-то отеля, да? Дон Вино Бич. А, мы его проходили, кстати, с тобой, этот пляж, он по той стороне, когда ночью гуляли. Вот это, кстати, лежаки от этого отеля. Ну, вот такие лежаки. В принципе, такие прям мягкие. Но дно здесь вон какое каменистое. Здесь немножко песочек, а дальше уже камушки. Да, смотрите, друзья, раньше здесь был где-то мостик такой. Сейчас я его что-то не вижу. А, наверное, вон там дальше он был. А сейчас вообще здесь все так изменилось. Совсем все стало по-другому. Это пляж отеля какого-то. Наверное, это Медер. Сейчас мы прогуляемся по берегу, так пройдемся, а потом вернемся уже по парку, по закрытой части прогуляемся с вами. Ну, людей здесь тоже достаточно много. И все равно вот здесь вот камни прям вот. Ну, вот здесь поболтыхаться, в общем-то, нормально. Песочек. Вот посмотрите, друзья, вот если честно, купаться вот в этом... Нет абсолютно никакого желания. Я не знаю, почему здесь такая грязь. На той стороне такого нет. Вот, посмотрите. Пишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Ну, как бы народ купается, я не знаю. Я бы, наверное, бы все-таки вот в этой вот говнище бы купаться не стал бы, если честно. О, друзья, посмотрите. Вот так выглядит песчаный пляж Декапо в 2022 году в сентябре. Нет, Декапо это пляж, и вот эти вот все, вот эти вот вся эта прибрежная зона вот этого вот замечательного места. Очень грязно. Посмотрите, что это. Не, правильно, что мы там сюда не ходили в этом году, но там пакеты плавают, вообще ужас, просто ужас. Ну вот, друзья, мы подошли к окончанию этого пляжа. Смотрите, раньше здесь был мостик, то есть вот над этими камнями был мостик, можно было туда перебраться. Теперь либо, короче, по морю проходить. Ну там люди-то ходят, да, людей много. Они, скорее всего, чуть дальше переходят.
Сейчас попробуем пройти, ну, в общем, вот такой вот вид. Я так понимаю, это какая-нибудь канализация вытекает. Кстати, здесь уже вода гораздо чище. Ну, смотрите, вода прозрачненькая, тепленькая. Здесь уже по кайфу отдыхать. Здесь такие вот тоже горы открываются. А чуть дальше там будет видно вообще, гору Тахталы. Здесь вот, конечно, классно, песочек, пальмочки, здесь так облагородили все это дело. Здесь здорово. В общем, друзья, мостика сейчас там нет, там стоит лодочка, можно на лодочке переправиться за $1, там вот эти вот 2-3 метра, которые по воде, а можно по морю перейти, ну, с техникой, с телефоном смысла нет этого делать, вот, а за $1, в принципе, вас туда, я так понимаю, $1 будет и назад, вот, а мы хотим посмотреть сейчас, вот здесь вот мы ночью были, на этом пляже. Что тут интересного? Бассейн тут был. Ой, да, мы были тут, бассейн такой наверху. Хотим подняться, посмотреть сейчас, если нам позволят это сделать. Мы посмотрим. Но туда мы уже не пойдем. Там мы, в принципе, были в том году. Вот, смотрите, какое место классное. Мы здесь были вечером. Здесь можно и пофотографироваться. И почилить, позагорать, наверное. Смотрите, какая прелесть. Какая птица. И все это вот под сводами вот таких вот елей, сосен. В общем, Инстаграм на такое местечко, где можно прийти пофотографироваться. Ну, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, как вам. Пришли бы вы в такое место позагорать, поотдыхать. Ну, здесь, я думаю, когда вот солнцепек такой, жарко, да, то как раз-таки, возможно, здесь и можно отдохнуть. Но все-таки мы приезжаем сюда ради моря. Вот оно какого шикарного цвета. Поэтому, ну, вот так вот. Бассейн. Лежачки. Зеркало. Здравствуйте. А можно меню? Меню? Да. Так, смотри, что здесь есть. Ну, алкоголь здесь, в принципе, весь присутствует. Ну, посмотри, это Куалиста. Куалиста. Ну, смотрите, друзья, можно. Еду. В общем, на паузу нажмете, почитайте. Что почем? Я сейчас что-нибудь найду знакомое. А, тут роллы. Это роллы. Блок. Блокчик я как-то. Блок, блок, видео. Блок, фотограф. Дженнеса Браса.
Регенден мы 37 000 тане фотограф чекирек алан бар. О, смотрите, коньяк 180 лир, интересно. Водка, раки. О, 60 лир бу арада. Red Label 138 лир. Ну, в общем, вот такие вот кофе, американо, капучино, туркиш кофе. В общем, друзья, нажмите на паузу, посмотрите по ценам. Поэтому вот здесь вот взять вот такой вот коктейльчик и вот с таким вот потрясающим, замечательным видом можно посидеть, почилить. Ну, в общем, вот такие вот, друзья, дела. Вот он вот, ресторанчик или чилаут-зона Куалиста. Вообще, нам понравилось, но людей там вообще нет. Очень странно. Я так понимаю, потому что, может быть, там... Обед? Да ну, обед, там вообще тенечек, и там не жарко, и... Не, ну, может быть, люди не знают об этом месте. Там... Потому что это же от отеля Куалиста. Не знаю. Но здесь у нас еще вот такая вот обстановочка. Смотрите, мы были здесь ночью. Здесь есть тоже какие-то диванчики, кресла, можно посидеть, и тенечек здесь, и пальмочки. Ну вообще лежаки, коты ходят. Ну вообще здесь очень-очень атмосферно, очень, я бы сказал, уютно, да? Чистенько. Чистенько, все зелено. Да, необычно. Здесь нет такой суеты, шума, этого вот гула. Здесь, скажем так, я бы назвал это какое-то европейское место, да, такое? Здесь вот в основном то ли местные отдыхают, то ли европейцы отдыхают. Но вообще, конечно, здорово. Ну, естественно, наши, без наших людей-то куда? Смотрите, здесь тоже есть кабиночка для переодевания и душ. И все вот это вот. Вот под таким вот шикарным сводом этих елочек. Красота, друзья, красота. Это аквапарк Медер Резорта. Горки непонятно. Чуть на горках никто не катается, да. А, друзья, это аквапарк платный, вот смотрите, ценник, взрослый 150, дети до 6 лет бесплатно, 6 до 18 100 лир. Ну не знаю, вот это вот платный 150 лир аквапарк, я как бы не вижу смысла в нем, там две каких-то полудохлых горок, там больше они, наверное, для детей, наверное, эти горки, ну вот они. Вот, поэтому я не знаю, есть ли смысл туда отдавать 150 лир, чтобы там возле бассейна посидеть. Ну, пишите в своих... Лучше тогда уже там в Куалисте посидеть. Пишите свои мысли по этому поводу, друзья.
Смотрите, какие домики здесь вообще, шатры такие. Вообще шикарно. Но смотрите, вот который возле воды прям, шезлонг 800 лир. Почти 3000. Да? Так, друзья, вот этот кафе, пляж Дакапо. Давайте посмотрим цены. Турецкий завтрак 150 лир. Я так понимаю, это вот это. Ну, тут, тут, да, тут много всего. На 2 персоны. Омлеты. Здесь что-то цен нету. Не знаю, насколько они, конечно, актуальны. Не, омлет вот он. Нет, вот омлет, смотри. Ромен. 70. 71. Давайте посмотрим, что здесь по напиткам есть. Пицца, смотрите, пицца 110, микс 112, вегетарианская 106, пепперони 112, в общем, маргарита 103. Ну, в принципе, цены вполне нормальные. Курица, мясо, рыба. Вот рыбное меню, да? Что у нас? Знакомое что-нибудь. Вот сибас 160, да? Гриль. 280. Сладости. Здесь, кстати, кофе гораздо дешевле, чем там было. Ну, конечно, какая-то граммовка, а вот коктейли, алкогольные коктейли, виски. Так, пиво Туборг 0,33,79, ну, корона 115. Ну, так себе, друзья, конечно. Ну, вот какой-то трак. А, ну, тоже 70,77. Пол-литра. Пол-литра же? Пол-литра. Пишите в комментариях. Дорого это или дешево, а мы пойдем дальше. Смотрите, друзья, пришли вот этот Юрук Парки. Юрук Парк. Смотрите, здесь какую сделали прогулочную зону. Мы с вами тут вечером гуляли в прошлый раз. Смотрите, какой отсюда замечательный вид открывается. На вот эту вот бухточку, смотрите, сколько тут яхт стоит. А цвет воды, посмотрите, друзья. Ну да, никто не купается. Вот эта вот зона между морем и шезлонгами, никого там нету. Видимо, они гоняют, как нам сказали там. Конечно, красота.